Первые в области почетного звания Казахстанан Ембек Сынерген Устазы, заслуженный учитель Казахстана, удостоена учительница английского языка школы-лицея номер 249 поселка Айтекеби Жамиля Абжан. Аким области Гушер Абдыкаликова поздравила Жамилю Абжан с высокой государственной наградой. Казахстанан Ембек Сынерген Устазы – это новая государственная награда. Почетное звание присваивается указом президента страны. По линии Министерства образования и науки обладателем этого звания назначается премия в размере 1000 МРП. Первыми удостоены высокой госнаграды 25 учителей страны, в их числе Жамиля Абжан из поселка Айтекеби Казалинского района. Жамиля Абдинаки Хаза работает учителем английского языка в школе-лицее номер 249. Имеет за плечами 32-летний стаж работы, учитель высшей категории. Известный своим творческим подходом к работе и новаторством, педагог ранее удостоилась на номинации «Лучший учитель». Ее авторская программа опубликована в республиканских педагогических изданиях. Ее ученики ежегодно показывают высокие результаты на ЕНТ и Олимпиадах, обучаются в США в качестве победителей международного конкурса «Аксес», а также ведущих вузах мира по программе «Болашак». Аким области Гульшар Абдыкаликова тепло поздравила Жамилю Абжан с высокой наградой и вручила учительнице ноутбук. Поздравляю с государственной наградой. Уверена, что эта награда станет стимулом для всех ваших коллег, молодых педагогов, которые трудятся в сфере образования. Для меня огромное счастье получить награду «Заслуженный учитель Казахстана», впервые утвержденную указом президента. Конечно, это не только моя победа, это общая победа учителей области. Мы чувствуем огромную поддержку. Повысился статус педагога, в том числе учителей сельских школ. Это большой стимул. По результатам прошлого года наша школа признана лучшей организацией образования и получила сертификат на 17 миллионов тенге.